Всем привет! Мы все еще в Таиланде. Мы перевезли наш офис из дома, из Паттайи, на остров Панган. Вот, сейчас я небольшой вам обзор сделаю отеля. Вы всегда просите, покажи отель. Вот, для тех, кто переживает за Клима Жукова, он с нами. Записывает передачи каждый день. Я тоже много написал вопросов и ответов, да. Но мы не выкладывали, потому что мы были трое суток почти в дороге. Мы не спеша ехали, в разных городочках останавливались. Пишите какие-то вопросы, темы для обсуждения. Еще с удовольствием буду записывать. Сейчас немножко покажу вам отель. Так, тут у нас ресепшн. Отель в очень странном стиле. Я не знаю, как этот стиль называется. Хозяин француз. Здесь вот у нас отельный котик. Почему отель странный? Потому что здесь непонятный стиль. Тут у нас присутствуют старые тайские фотографии, статуи. Сотрудники все бирманцы, как и везде на юге Таиланда, на всех островах. Тут тайцев практически нету. Присутствует у нас мексиканская тематика, присутствует африканская тематика. Все перемешано. Вот там у нас Клим Жуков критикует какой-то фильм. Здесь на крыше каждого домика есть терраса. Сейчас покажу вам домик. Есть вообще все, даже вот кофемашина есть. Значит, тут японская тематика, сумоисты. Такие прикольные ступеньки. Сейчас откроем окно. Все зеленое. Отель на берегу, да. Очень уютно. Покажу. Довольно. Странное у нас. Странно и интересно сделано в виде какого-то лабиринта. Туалет и душевая. Мы приехали сюда сесть на работать. Работы у нас очень много. Нам показалось, что это как-то приятнее, чем сидеть дома. Клим там все еще пипит. Ну и как везде в Таиланде, все зелененькое, все утопает в цветочках, в растениях. Тут вот смотрите, индийский тотем, индийский, опять же, я вам говорил про смешение стилей. На крыше каждого домика есть шезлонг, гамак и зонтик. Это прикольно. Вот ресторанчик. Это у нас владелец с бирманцами. Верона в офисе работает. Бассейн. Там дальше море. А вон там видно, это остров Самуи на горизонте. Это у нас закатная сторона, поэтому закаты вот там. Вот там, в ту сторону. Будем любоваться закатами. Тут есть то, что мы любим. Сейчас покажу вам. Туристов, кстати, довольно много. Остров уже полностью открыт. То есть можно перемещаться. Последние много дней я знаю, что в Таиланде ноль заболевших. Ну, пляж, понятно, он везде одинаковый. Так вот, есть бар, который прямо в бассейне. Это мы любим, можно пить, не выходя из воды. Вот, ближайшие дни будем здесь. Я хочу у местных, тут тяжело довольно найти местных, имеется в виду тайцы именно, потому что все, кого мы встречали, пока это бирманцы. Я хочу найти информацию про главного духа острова. У каждого острова есть главный дух. Я хочу найти его, поехать и немножко там поснимать, узнать, кто он, как его зовут, что ему дарят, что он любит. То есть это у нас этнография, антропология. Тут вот, пожалуйста,
и Бирма, и Африка, и какие-то криминальные личности. Трамп, все подряд. Стиля, то есть стиль никакой называется, наверное. До связи, пишите вопросы. Тут, кстати, с интернетом получше, чем в Паттайе. Наверное, потому что очень мало людей. Ну, в Паттайе 1,5 миллиона, а тут на всем острове несколько тысяч живет. Всем хорошего здоровья.